Так, сегодня это моя еда. Две паровые котлетки на пару приготовленные. Брокколи, йогурт. Какой-то там специальный. Так, это хлеб, который я испекла из муки двух сортов. Белый и whole wheat. Поэтому я маникюр не делала, ногти не красила. Так, это донатсы, которые мы там купили. Ну, здесь уже немножечко они отобранные. Не все, что мы купили. Все, что мы купили, я и не видела даже. Даже у меня и нет желания видеть. Так, это цветочки, которые я сама себе купила. Первый раз в жизни. Очень люблю хризантемы, очень. Такие особенные, если они вот такие вот неровные края у них. И именно белые. Хотя вот у японцев это даже может быть и такие цветы траурные. Пока.